Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение 26 на странице 14. Рабочая тетрадь по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, впишите пропущенные имена собственные и имена числительные. Моя фамилия Иванов. Имена собственные пишутся заглавная буква. Имя Петр. Пишем заглавная буква. Отчество Васильевич. Пермский край. Тульская область. Название пишется заглавная буква. Норильский район. Город Екатеринбург. Село Вяткино, деревня Зайкова, улица Мира, проспект Невский, площадь Ленина, дом номер 15, корпус 2, квартира 5. Подчеркните заглавную букву в собственных именах существительных. Иванов, Петр, Васильевич, Пермский, Тульская, Норильский, Екатеринбург, Вятка, Зайкова, Мира, Невский, Ленина. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.